После общения с маленькими крымчанами и посещения социально значимых объектов Симферополя Павел Астахов встретился с главой республики. Сергей Аксенов поблагодарил уполномоченного при президенте России по правам ребенка за образцовое выполнение своих обязанностей, инициативу и самоотверженность, защиту прав, свобод и законных интересов детей, проживающих в Крыму. И вручил Павлу Астахову государственную награду – орден за верность долгу. Спасибо за содействие. Все вопросы решаются быстро и четко. И это от крымчан благодарность и решение органов исполнения власти. Это высший орден Республики Крым. Спасибо большое, Сергей Валерьевич. За вашу системную работу в этом году. Я это воспринимаю как аванс. Большое спасибо. Я спасибо огромное. Стараться соответствовать вот этому льву, который здесь с крыльями еще. Так и есть. Борется и с мечами, со всей несправедливостью, которая только еще существует, к сожалению. Со своей стороны Павел Астахов поблагодарил главу республики и всех крымчан за эффективную работу и вручил Сергею Аксенову почетную грамоту. Надеемся, что выполняем ваши задачи. Вы все защиты интересов детей наших крымских, поэтому спасибо большое за доверие.